Телевизор у меня в гостинице вот такой толщины. Это чудо человеческого гения. Но что мы видим по телевидению? Хлам из всяких шоу. Когда времена трудные, люди хотят простого развлечения, это я понимаю. Вот почему в 44-м году выпускались легкие комедии. Но тяжелы ли эти времена сейчас, чтобы метать бомбы с такой чепухой в народ? Он прав. В какой стране мы живем? Нищета у молодежи. У стариков. Безработица. Уровень рождаемости самый низкий в истории. Неудивительно. Кто еще до сих пор хочет иметь детей в этой стране? Мы сбрасываем себя в бездну. И мы этого не видим. Потому что телевидение не дает нам...